Всем добрый день, парк Ивано-Франковский. Просто вставил видео, чтобы не светиться слишком перед камерой, пока буду немножко говорить. Значит, отчет по тому, как я съездил в Радехов, потому что я говорил, что буду с Карпат ехать, заеду в Радехов, то есть и без станочка смотрел, и сказал, что если кого что интересует, я могу посмотреть. Значит, был я в Радехове, сейчас покажу немножко, что там я заснял, но скажу сразу же, я приехал в неудачное немножко время. Почему? Потому что уже интересные станки или что-то, что было поновее, получше, уже разобрали. Осталось только такое старое уже, которое там уже давно стоит. Нового еще не было. Как раз там где-то машина должна быть с Италии идти. Там, когда она придет, неизвестно. То ли проблемы сейчас с коронавирусом, то ли еще какие-то там. Но факт того, что нового завоза не было, и все было, скажем, то, что было раньше. И даже некоторых вещей и тех не было. Ну, немножко сейчас покажу, но опять же повторюсь, что там немножко не в то время я приехал и совсем не увидел того, что я, честно говоря, ожидал. Так, ну сейчас просто пару фоток покажу, чтобы хоть примерно было хоть что-то, чтобы показать. Итак, говорю как есть. Значит, по форматкам. Что-то интересного для себя, чтобы такого было бы, на что обратить внимание, я не увидел. Остались только такие, ну, скажем так, старые, ушатные. Вот только одна новая, фактически, это есть, такая интересная. Все остальные так, ну, так себе, скажем так себе. Я бы лично, например, себе не брал бы таких. По фуганках. Значит, фуганки все большие. Таких небольших по плитам, чтобы было где-то размер там на 1,50 м, на 1,80 м, нет, только такие большие. Значит, отдельно валов до фуганков тоже нет. Были, но уже нету. Остались только вот такие большие. Это что касается по фуганкам. Так, далее по ленточным пилам. Значит, тоже есть вот такие большие. Ну, это для, я думаю, что для слишком больших предприятий. Только одна была где-то колеса, по-моему, на 450 или 500. Вот она. Только, в принципе, вот это одна. То, что раньше был выбор очень большой, то сейчас практически вот это только такая одна, что достойна внимания. Значит, по торцовкам. Торцовок много. Но здесь уже нужно смотреть. Значит, скажу сразу же. Если вы думаете, что здесь возьмете торцовку и сразу же поставите ее, она будет работать, я думаю, что нет. Все-таки нужно где-то там подмазать, подделать, подкрасить, подлепить, ну, немножко так. Хотя все понимают, что это бушка, но я, по крайней мере, не увидел такой, чтобы сразу же вот так вот принес, поставил и сразу же включил. В любом случае нужно что-то где-то как-то доделывать, подделывать и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, их много есть. Так, что дальше? Вот такой станок интересный, лобзиковый. Я, наверное, немножко на нем поподробнее остановлюсь. Значит, вес его, я знаю, наверное, килограмм 700-800, ну, очень тяжелый, ну, очень большой. Значит, там такая пилочка, там буквально миллиметр-полтора стоит. Я, честно говоря, не понимаю, зачем такой станок, но и что на нем можно выпиливать. Ну, в принципе, если кому-то интересно, и кто-то ставит перед собой такие задачи, то, по крайней мере, есть. Вот то, что интересное такое, что я видел. Хотя не особо понимаю его назначение. Вот это на ленточную пилу, на колеса наклеивается вот такая лента, это с какого-то коркового дерева, может, кому-то будет интересно. По крайней мере, я раньше, по-моему, я не видел, не было такого. Значит, по фрезам доручного фрезера. Фрез там нет вообще никаких. Неизвестно, когда они будут, или будут они вообще, скажем. Да, но вот эти вот две фирменные фрезы у меня остались. Как я уже говорил, что там третья продалась, а эти две фрезы, кому надо, я продам в два раза дешевле, чем в магазине, ну, или в интернет-магазине. Роль не играет. Две фирменные фрезы у меня еще остались. Так. Ну и так, небольшой итог. Значит, поездкой я недовольный остался. Ну, благо то, что я ехал просто по дороге. Ну, как я уже говорил, что попал в межсезонье.
Нового не везли, не завезли, а старый уже раскупили. Ну вот, пока так. Пока так. Спасибо за внимание. До свидания. Пока так. Да. Ожидал я, конечно, увидеть немножко другое, но увидел. Как говорил у нас Кравчук, президент, маем-то еще маем. До свидания, всего доброго.